Снова всем привет, с вами снова Лакмус. Мы продолжаем играть в Обливион, и я продолжаю сражаться со стражем. Я тут немножко побегал и понял, что бить его надо вот на этом пятачке. За его пределами какого-то значительного урона нанесем. Уж не знаю, почему так. Карифан наш нисколько не помогает. Давайте попробуем захватить его жалкую душонку. Готов. Страж врат повержен. Поздравляю. Честь взять ключи с его тела принадлежит тебе. В теле у него два ключа от мании и деменции. Нам, по сути, нужен только один, но я возьму оба. Сейчас должен появиться снова Хаскил. Итак, тебе вот удалось убить стража врат. Жаль. Что ж, теперь ты, наконец, можешь войти в само царство. Как нетрудно заметить, здесь две двери. Одна ведет в земли мании, другая — деменции. Входи в любую из них. Земли существенно различаются, но обе входят в состав царства Шаагарата. Тебе следует нанести визит лорду Шаагарату. Полагаю, у него на тебя имеются виды. Постарайся не разочаровать его. Давайте поспрашаем поподробнее. Природа деменции отражает мрачную натуру ее обитателей. Легко потеряться среди спутанных корней, раскиданных по поверхности. Если желаешь познакомиться с жителями деменции, загляни в Дипвалу или Фелмур. Нет сомнений, что они примут тебя с распростертыми объятиями. Он издевается. Земли мании полны жизни и насыщены яркими цветами. Ты увидишь, что и обитатели под стать. Если желаешь познакомиться с жить, хотя так, и люди, и звери, населяющие ма... Я так вот люблю больше жизнерадостные пейзажи, поэтому мы пойдем через манию. Это у нас деменция, нет. Другие ворота. Наш друг с нами не пойдет, насколько я понимаю. Он затупил. Мы идем вот сюда. Сохраняемся. Сразу мы видим святошу. Здесь святоши — это мирные создания, ну, по крайней мере, если не выступать против них по основному сюжету. И они патрулируют здесь дороги, то есть выполняют функции стражников. Выглядят довольно симпатично, надо сказать. Разделяются также на ранги, как видим. Говори скорее. Можно с ней пообщаться. Пока что нам не о чем говорить. Иди. Иду. Позже, по ходу прохождения сюжета, нам будет доступно заклинание вызова подобной святоши. По-моему, раз в день. Я вот хочу посмотреть, что здесь за крепость. Глянем карту, давайте. Но мы пошли по длинному пути, как я понимаю. Или нет? Две святоши. Говори быстро, смертное существо. Смертное существо, конечно. Так, а там вот враг. Наш первый враг.
А это наш друг. Ха. Все-таки он прошел. Давайте заберем у него стрелы, они ему больше не нужны. Стрел, конечно, у него до хрена. Но нам стрелы пригодятся. Зелье заберем. И лук тоже заберем. И вот эту вот тварь надо пощекотать. Немножко. Куда побежал? Вот зараза. А где он? Куда-то уполз. А вот он. Спалил. Он полудохлый. Как прыгает, ты посмотри. Нифига себе. Что это за тварь? Элитра вожак. Полезный ингредиент. Что он здесь сделал? Так, давайте посмотрим. Да, вот этой дорогой мы, пожалуй, пойдем. Она покороче. Так, а здесь какое-то стойбище. Ну, судя по всему... А, нет, вон какой-то тип бродит. Вызывает какого-то голема, я понимаю. Так, похожего на стража, которого мы только что завалили. Снова призывает. Вот где можно тренировать стрельбу. Стрелы у нас практически халявные. Лечится. Да сколько можно? Готов. Кто это такой, что я не прочитал? Вознесшийся зелот. Это какие-то местные, видимо, фанатики. Чего он тут сторожил? Хитрая барахлишка. Но кровать есть. Кинжал грамит. Такой довольно примитивный. Брать мы его не будем. Ничего ценного. Вообще. Сейчас не нужна. Так, яйца грамита, посмотрим, стоит ли их вообще брать. Да, это ингредиент. Пиво нам не надо. Идем дальше. Сохраняемся. Видим, что здесь погодка немножко ухудшилась. Там вот с той стороны посимпатичнее были виды. Ну да ладно.
это болото здесь, видимо. В болото я, пожалуй, не полезу. Вот там вот пещерка. Я вижу. В пещеру надо обязательно сходить. Так, какая-то тварь крадется в ночи. Что это такое? Алчущий. Похоже на него. Но явно не алчущий. Какая-то. Что-то он неуязвим, походу, для стрел. Давайте завалим его традиционным способом. Действительно алчущий. Я! И да, мы же захватили душонку стража. Я ее так и не посмотрел. Она великая. Как раз нам хватит, чтобы подзарядить наш лук. Так, где-то здесь пещера. Нам все равно по дороге, поэтому думаю, стоит зайти. Вот она, пещера. Черное логово. Охрана. Грамит мучитель. Захватили душонку. Давайте на нее сразу посмотрим. Она большая. Большая — это хорошо. Вот их логово здесь. Вот здесь вот мы, наверное, потренируем нашу стрельбу. Я понимаю, что это попахивает манчкизмом, но что делать? Такая жизнь. Опа, опа, вот он. Первый враг. Сохранимся. Я думаю, зайти со спины. Где-нибудь в тень встать. Да, вот здесь вот. Отличное место. Почему он меня палит так? А нет, вот нормально сейчас. Шмаляем. Опять палит. Собака. Готов. Так, единственное, что, наверное, стоит надеть шлем. Да. Чтобы видеть всех супостатов. Щит Грамита какой-то беспонтовый. Пещеры здесь довольно большие, насколько я помню, и разветвленные. Это и хорошо. Есть где спрятаться. Лечится собака. Готов.
Так, а вот здесь вот факел горит. Нам это совершенно не нужно. Лучник. Вроде бы. Так, а вот мы немножко прокачали нашу стрельбу. Там пришел друг ему на помощь. Нас сейчас спалят, я чувствую. Прямо так и чувствую. Ладно, поигрались и хватит. Будем прокачивать также разрушение и блокирование. Я не понял. Почему у меня не тратится мана? Это что такое значит? И здоровье не тратится. Так, секундочку. Ну, сейчас все в порядке должно быть. Я забыл отключить мод чит ТГМ. Потому что я искал способ завалить стража. Ну и воспользовался этим кодом, чтобы не сдохнуть. Но все равно он нам значительного урона не нанесет. А вот мы его быстренько завалим. И этого тоже. Железный лук нам не нужен, кинжал не нужен, а вот стрелы заберем. Лучше все. Так. Сохраняемся и идем дальше. Очень обширная и разветвленная пещера. Я думаю, что мы даже в этом эпизоде не успеем все ее исследовать. Вот тут целое какое-то большая пещера. Давайте сохранимся и постреляем снова. Почему же палят-то нас так жестоко? Причем все сразу. Как-то это нездорово. Он тоже лучник, что ли? Сохраняемся. Здесь особо ценного нет. Еще один враг. Какой-то слабоватый. Боец.
источник. Спалит, не спалит? Конечно же, спалит. Мертвому припарку. Ладно. Убрал лук. Будет кулаками лупить. Грамит убийца. Тупит. Собака. Готов. Так, давайте посмотрим, что он здесь охранял. Ничего интересного. Так, там вот тоже что-то вроде бы есть. По-моему, такое же барахло. Давайте проверим. Нет, сундучок какой-то. Сложный замок даже. Покачали мы взлом даже. Это отлично. Матрица стрел безумия. Это побочный квест с крафтом различных доспехов и оружия. То есть нужно искать не только руду, но и вот эти матрицы. Так, отсюда мы пришли, там вот я видел проход. Посмотрим карту. Отсюда мы пришли, значит, нам сюда. Дверь. Какой-то внешний лагерь. Давайте исследуем. Целая толпа врагов. Так, не то. Что ж такое? Почему палит-то? Зараза. Готов. Сохраняемся. Пройдемся в тени. Щит Грамита. Грубая дубина Грамита. А он сам где? А вон. Отлетел к стене. Так, и нам, видимо, сюда. Опа, 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 что-то я чуть не спалился.
слабовато, мы что-то стали бить, надо чинить лук. И заряжать. Сейчас вот этого завалим. Отлично. Сохраняемся. Чинимся. У нас неплохо покоцали. К слову. Так, и используем душонку. Восстановим заряды в луке. Отлично. Также я пополню ману, наверное. Сохранимся. Слабое зелье не буду собирать. А вот интересный пенек. Какой-то огонек летает. В пеньке мы видим янтарь. Это второй ингредиент, необходимый для крафта. То есть доспехи и оружие будут из руды безумия и из вот этого янтаря. В разных городах нам будут доступны для крафта разные доспехи. Ну, наверное, это многие знают просто. Раз уж я взялся комментировать, буду комментировать. Так, а там какой-то пленник у них томится. Кого-то они захватили, заразы. Давайте заныкаемся вот здесь в тенечке и завалим вот это вот. Да, заряженного лука гораздо получше стрелять. Этот посильнее, чувак. Палит как-то так нерадостно. Почему он меня так палит? Прыгаем вниз. Нафига он меня надежно как спалил. О. Отлично. Правда, почти половину здоровья снес. Гаденыш. Сохраняемся. Грамит убийца. То есть это прокачанный, я так понимаю. Что вот это такое в клетке, мне интересно. Давайте посмотрим. Взломаем. Делов-то. Гнарл. Он, видимо, побежал валить граммитов. Это отлично. Да. И, кстати, да, я вспомнил, вот этот гнарл накладывает заклинание безмолвия. Давайте ему поможем немножко. А то он что-то затупил. Опа, нас тоже спалили. Готов. Щит, однако же. Но он там пока застрял в этих. Опа, вырвался. Прыгаем.
не будем баловаться. Так, и этот тоже прибежал. Грамик учитель. Чудовище с множеством глаз, как видим. Что ж, идем дальше. Да, вот они этих гнарлов разводят, видимо, или ловят ради коры. Что-то из нее делают. Возможно, доспехи или оружие. Или то и другое. Так, там вот... Ой, что-то я схватил, не глядя. То, что мне совсем не нужно. Давайте посмотрим. Да, дубина. Так, здесь у нас снова янтарь и полый пень. Нет, нам это не надо. Сохраняемся и чешем дальше. Существ. И шлем ничего не определяет. Неужели кончились граммиты? Быть такого не может. Это третий какой-то уровень, видимо. И снова никаких врагов на горизонте. Нет, тут есть какие-то. Что-то да есть. Вот он крадется. Зайдем со спины, пока он... Опа, 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 палево. Палево. Палач. С одного удара. Прикольно. Такой расклад мне нравится. Какой-то шип. Еще один бродит. Можем чужина. Отлично.
Где мой лук? Посмотри, какой наглый, а. Палит меня. Грамот убийца. Так. Освободим медь, освободим камень душ. Пожалуй. Отлично. Сохранял сундучок. Некачественная жемчужина, брать ее не буду, толку от нее никакого. Я чувствую, до самого Шагарата мы сегодня не дойдем, вернее, не то что сегодня, придется возвращаться, наверное, в замок, выкладывать барахло. Потому что я уже нагрузился изрядно. Это еще даже до середины не дошел. Так. Здесь снова куча врагов. Но это уже гнарлы, а не грамиты. Или вперемешку, те и другие. Чувствую, опять пленен здесь. Давайте, наверное, его освободим. Он, скорее всего, нам поможет. Если не спалит. Вроде не спалил. Интересно, кто кого? Кто круче? Они что-то не хотят с ним биться особо. Один еще что-то машет, а второй стоит просто так. Молодец, одного-то завалил. Палево. Завалил двух грамитов. Ты посмотри, что значит гнарло все-таки круче. Еще здоровье осталось. Отлично. Ну, тут срабатывает таймер, и я вижу, что время эпизода закончилось. На этом, пожалуй, на сегодня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока.